Конечно, эволюционно мы настроены на то, чтобы выискивать опасности, чтобы от них спасать свои гены. Мы же не просто так ищем опасности. Не по свободе воли, кто и придумал. Вот. А потому что в нас стоит задача – отдай гены дальше. Там надо следующим отдать гены. Вот. И все, кто более тревожный в природе, более внимательный, да, более осмотрительный, более, как бы сказать, сложно сочиненный, вот, у того больше шансов того, чтобы отдать потомству свои гены.